Всем привет из Нижнего Новгорода, это Антон Иванов, а я сейчас нахожусь рядом с Нижегородским Кремлем, против меня, вот там вот, здание пароходного общества «Волга» бывшее, ныне там медицинский университет, институт, и рядом с этим зданием находится сильная точка, сильное место, которое несет вибрации процветания в том числе. Это одно из сильных мест города, главного торгового города страны.